что? Мы домой не попадаем. Ну да, хотели поехать домой, все, мозг сразу разводится. В шоке. Что в шоке? Ты в шоке? Я в шоке. Так, ну что, тогда поедем в другое место кушать. У нас сейчас просто обед. Обед, и мы сейчас поедем в другое место кушать. Ну вот, кто-то не успел. Обидно, да, когда перед носом? Обидно, нас очень даже обидно. Я сказала, перед носом нос развели? Мне кажется, я так сказала. Не знаю, Заня. Мост, ладно, короче. Все. Короче, я тебя приглашаю в ресторан. Поедем в ресторан. Ну давай. Под названием... А увидишь название. Хорошо. Интрига. Что? Расскажи, чем ты сегодня занимался, пока я работала. Пока ты работала? Сегодня вообще выходной. Да, у меня выходной, я не знаю, чем заняться. У меня сегодня выходной. Пока ты работала, я сходил в зал, позанимался в зал. Я сходил в другой зал, кстати, в другой зал. Типа сказать. От работы. Да, типа от работы зал. Просто от работы. Да, я вам его не показываю, потому что там показывать нечего. Там просто жесть. Вот. Зато бесплатно. Да? Зато, да, на халяву пришел, позанимался, ничего не нужно, не платить, ничего. Сейчас я не кушаю, потому что я после зала очень хочу кушать. А я сопровождающая компания. Да, ну и она просто навязалась. Можно с тобой? А я хотел в ресторан сам один покушать. Сейчас поедем в ресторан. Пришлось мне ее везти в ресторан. Покушаем бургеры, Серьезно? Твой один язык видно. Серьезно, да? Качаете предложение? Предложение называется кьюфер, и можно покушать на снос. Ну, в Латвии, да, получается, 30%, во многих местах. 30-40%. Разные места, не только сюда. Прикол, да? Все твои пароли видели. Здравствуйте. Что будешь? Я буду тортилью. А ты что будешь? Я тоже. Тоже будешь? Здесь музыка играет. Ну и что? Выбор. Ну ты что, скачал, не? Да. Где? Теперь да. Тебе на халяву почти все будет? Где здесь это самое? Что там? Ну ищи. Что ты такой довольный? Да. Это все тебе, да? Сомнен. Приятного аппетита всем. Привет. Давай. Вот сегодня решили опять пойти искупаться, поехать искупаться. Едем сегодня искупаться на улице плюс 4. Водичка должна быть теплая. Но я думаю, ну градусов 3-4 должна быть, потому что вы не поверите, я купался, когда на улице было минус 9, вода была 0,5 градусов. Это, конечно, ощущение классное, когда вода 0,5 градусов. Когда ты идешь в воду, и там такая тоненькая корочка льда. Это вообще просто. Ты еще и голову вбиваешь.
лето. И раз в неделю, два раза точно пойти искупаться. Несмотря на погоду. Плюс-минус, дождь, солнце, ветер, снег, снегопад, не знаю, что еще. Нужно обязательно идти купаться. Итак, потихоньку мы начинаем отживать. Так что все это полезно и прикольно. Смотрим, сейчас я буду купаться. На улице тепло, плюс 4. Это кетчуп. Это кетчуп. Моника, сейчас Полька сама все вытащит. Сегодня мы все купили для пиццы. Сегодня будем готовить пиццу. Домашнюю пиццу. О, у тебя упало. У тебя упало тесто, дочь. Папа, на. Положи его. Молодец, супер. Давай дальше, дальше давай бери. Давайте, а то мы хотим очень кушать. Сейчас мы быстренько приготовим пиццу. Это что у нас? Это мы купили... ветчину на пиццу. Давай дальше, дальше, Полька, быстрее. Ну, сыр, давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Да, сейчас и кофе тебе сделаем. Еще один сыр, быстрее. Это у нас будет такая пицца сырная, да, с ветчиной. Давай еще, еще, смотри, что, что там еще купили. Что, йогурты, давай, йогурты, давай, быстрее, 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 выкладывай, выкладывай, выкладывай. Ну, что там еще? Ну, перчатки мы купили? Да. Нет, это перчатки твои, Поля, мы их не покупали. Это варежки, друзья, да. Это майонез, давай, 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 выкладывай. Ну, все. Что мы там еще купили? Конфетки и еще все? Помидоры. Ой, сколько помидоров. Клади, положи на стол, на стол, на стол. Молодец. Так. Все, да? Еще, еще, еще две. Милене, Милене, да? Да. Кому это? Спасибо. Моники. Ну. И колбаска, да? Супер. Все. Моника, серьезно? Настюша, ты что делаешь? Готов. Я, понимаешь, Моника обещала пиццу приготовить. Моника обещала? Но. Почему-то Моника сидит. Да. А я делаю, Моника. Ты не знаешь, почему? Вообще, никто нет. Ну, Моня. Ну, помогай. Давай, Монечка, тоже я давай. Я вообще-то не обещала. Патрис, ты мне даже не сказала, что ты будешь готовить. Патрис, сыр? Давай. Быстро. Кто не работает, тот не тот ест. Вот я вот не да, работаю, я снимаю, я буду больше всего есть. А что за сыр такой большой? Где сыр большой? Да. Я просто сыр сниму, я тебя не буду снимать. Это сыр голландский, привезен из Голландии. Круто! Тюрюн! Я гонял в Голландию. Иди, дедушка, по почте отправил. Мама! Маняша, давай быстрее сыр. Давай, быстрее. Хоп, 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 три. Давай, быстрее. Потому что мы хотим кушать, мы хотим пиццу. Мама, а ты что? Мама я Настя. Что у тебя за свинарник? Все текет, все капает. Вообще в шоке. Шеф-повар еще. Ты не шеф-повар. Слышь, давай, работай. Подсобник, блин. О, мамня Ленка гуляет. Смотрите, друзья, там дети гуляют. Среди этих мелких, которые там, видите, это наша дочь. Милена, где она там, кидается снежками? Последний снег в марте.
уверен, что у нас нет? Ну, я думаю, да. Полина, хватит мои, пожалуйста, не снимай. Хорошо. Поля, ты что делаешь? Маняша, улыбнись, ку-ку, наконец. Друзья, это Моника. Полька, ты что, сыр трешь, дочь? Ой, как у тебя получается, офигенно круто. Сыр давай, три, сыр. Что рвешь? Ну, извините, а авторские права, что ли? Подмуть басковский. Не смешно. Не смешно, кто сказал? Ты что там делаешь? Покажите. Извините, пожалуйста, вы что там делаете? Я слушаю вас. Смотри, как надо открывать банки. Ну, смотрите. Как харакири. И? Ну, что-то пошло не так. Это не я. Ну, а, да, две дырки сделала и открылась. Я не получила так, как вы делаете. Что? Ничего. Чего ты, дочь? Ну, папа! Так я снимаю Полю, а не тебя. Я не буду. Ваши прямые эфиры, это очень смешно. Ясно. Вы фильтруете базар чуть, да? Камера идет. И то, что съемка. Настенька, ну я же не хотел салат мясной. Что ты делаешь? Я хотел пиццу. Что ты все мешаешь? Отвали от меня. Вот именно, мама. Ты так крупно порезала. Отстань. Сметану дать? Отстань. Сметану тут мясной салат. Друзья, прошел час. Полтора. Ждем сыр на пиццу. У Поли очень получается быстро. Молодец, доченька. Офигенно у тебя получается. Тебе вот... Только сыр и тереть а надо. А я делаю в форме звездочки. А что это за лепешка? У нас что, корова дома или лошадь? Ну, где розочка? Ну, Полька, ну, готова? Обалдеть! Молодец, доча! Офигенно классно! Ну, все, дочь? Я снимал, что ты там делаешь? Я духовку включила. Включила? Молодец! Слышь, смотри. Но? Нам не хватило немного. А почему так? Ты что, прикалываешься? Ну, это будет твой кусок такой. Не хватило. Да ладно, прикол, короче, такой. Ну? Миленка. Говори. Да. Миленка ест пиццу только с сыром. И чтобы ей не делать отдельно, мы ей делаем, посмотри, вот такой кусок. Да, друзья, это точно. Да. Если Миленка наша кушает, то она кушает только пиццу с сыром. Не дай бог там будет да, что-то. Да, и, кстати, если на этот кусочек что-то попадется, она есть не будет. Потому что вот так вот она а у нас еще такой... надо орегано. Где? Орегано, ага. Ну, схват обглядывать, все, иди уже. Не-не-не, смотрим. Мне кажется, будет очень вкусно. Нет. Да, будет очень-очень вкусно. Потому что тесто купил, и я не уверена в нем. Я тесто купил вкусное, а перекусное. Ты не можешь в следующий раз сделать сам? Чего, тесто? Пиццу сам? И что? Тесто. Да, тесто сам сделать, так, короче, так хлеб... это легко. У нас есть хлебопечка, да? Да, есть. Ну, так в ней можно делать тесто. Ну, конечно, можем сделать. Я пришла с работы, было бы здесь тепленькое тесто. Оно полтора часа длилось. И мы пришли с работы, тепленькое тесто. Мы пришли с да. работы? Я пришла с работы. Ну, сегодня ты пришла с работы, сори. А вчера я пришел с работы в 10 вечера, ты и чё? Ты сегодня безделие, ты даже не еще в свой выходной вообще по дому не сделал. У меня слов нет. Я в свой выходной по дому тоже ничего не буду делать. Да. Конец съемки. Папа. Бабочка. Папа. Арбуз. Это. Ежевика. Ежевика, правильно. Это пэт. Йогурт. Пэт. Очки. Это буква О. Пэт. О. Это буква Э. Эскалатор. Как это? Это Ю. Юла. Я. Дада. Я. Дада. Я. Ы. Дада. Мягкий знак. Буква Ч. Черлок. Ты. Торт. Моня. Моль. Где? Это буква Н. Нитки. Н. А, не, Н, а Н. Где? И. И буква И. Что это? Друзья, я очень хочу кушать. Вы не поверите, мои хорошие, как я хочу кушать. Смотрите, там пицца готовится. Там пицца готовится. Я не знаю, сколько она еще будет готовиться. Так что, надеюсь, что скоро будем кушать.
Та-та-та-та! Друзья, пицца готова! Ура! Сейчас мы будем кушать. Мама, чем? Кто пришел? Кто-то пришел. О, тарелочки достанем, сейчас будем кушать. Супер!